Коллеги, призываем задуматься, что нарушение председательством практики работы Совета Безопасности чревато издержками для авторитета Совета Безопасности, которые пытаются превратить в сцену для стендап-шоу одного исполнителя. Для этого албанское председательство собрало в формате открытых дебатов большую группу поддержки из числа натовских стран. И для всех очевидно, по крайней мере для многих, что сегодняшнее заседание не более чем спектакль. Хочу подчеркнуть для протокола и для тех, кто пытается извратить нашу позицию. Мы не против участия президента Украины в заседании, но это должно быть сделано в соответствии с правилами процедуры и сложившейся практикой, в соответствии с которой страны, приглашаемые по правилу 37, выступают после членов Совета. So, as far as you repeated many times that the violation here is about President Zelensky speaking before the council members, there is a solution for this if you agree. You stop the war and President Zelensky will not take the floor. Господин председатель, хочу обратить ваше внимание, что вы сейчас выступаете вроде в роли председателя Совета Безопасности, а не в национальном качестве представителя Албании. Ваша задача вести заседание так, как это предписано правилами процедуры Совета Безопасности, а не давать политические оценки в своем качестве председателя Совета Безопасности.